Самаре приводит в порядок улицу Старозагору от Советской армии до Ташкентской. Это стало возможно благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». В этом году обновят участок от Советской армии до Нововокзальной. В 2020-м от Нововокзальной до Ташкентской. Сейчас подрядчик занимается ремонтом дороги и укладывает асфальт на тротуаре. Данные работы выполняются в рамках контракта жизненного цикла. Это когда работы по ремонту и по содержанию автомобильной дороги выполняются от подрядной организации. Такой подход используют в Самаре впервые. Его главное преимущество заключается в том, что в случае появления дефектов подрядчик будет устранять их самостоятельно за свой счет в течение 5 лет. Кроме того, специалисты будут содержать дорогу и прилегающую территорию всесезонно, расчищать улицу от снега, вывозить его на полигоны, а также убирать мусор и мыть проезжую часть. Подобная инициатива пришлась по душе местным жителям. Приятно, конечно. Ноги не ломаем. Здесь все плыло, все ехало, ходить невозможно было. По сравнению с той стороной, другая республика была. Большое спасибо городу. По словам горожан, уже отремонтированные тротуары нравятся не только пешеходам, но и любителям активного отдыха. Да, намного удобнее, потому что здесь ямы, кочки были. Сейчас можно и на самокате кататься хорошо. Ну и хотелось бы, чтобы потом прибрали здесь с собой вот газон, чтобы как бы разбили, земли навезли. Пешеходные дорожки ремонтируют с учетом мнения местных жителей. По их просьбам, часть тротуаров у парка Гагарина замостят плиткой. Сейчас подрядчик выполнил работу на треть. Специалисты справились с фрезеровкой асфальта, заменили бордюры и частично благоустроили газоны. Анатолий Головко, Василий Колдашов, Григорий Плешаков. События.